Ханты-Мансийске состоялся галоконцерт, ставшего уже традиционным окружного молодежного фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре». Он посвящен памяти павших за Отечество воинов. Региональному песенному фестивалю с тюменскими истоками уже 25 лет. Последние 4 года он проходит в Ханты-Мансийске. Бессменные организаторы конкурса – Ханты-Мансийская епархия, окружной департамент культуры, движение «Югра», «Молодая православная». Не все выступают, далеко не все именно с церковными песнопениями, но все выступают с песнями военного патриотического направления, что как раз и предусмотрено нашей целью, чтобы наша молодежь в песнях прославляла нашу страну. Я думаю, что такие фестивали, такие мероприятия очень важны для детей, чтобы они хотя бы на таких мероприятиях узнали о Великой Отечественной войне. Потому что многие дети и наше нынешнее поколение просто элементарного не знают. И поэтому и так и песни, и фестивали все-таки приближают их к этому великому дню, Дню Победы, и будет в памяти дальше этот замечательный праздник. Ханты-Мансийск. На финал фестиваля приезжают лучшие исполнители и коллективы, показавшие не только высокий уровень вокального мастерства, но и глубину погружения в тему. Сургутская детская школа искусств номер 2, например, представлена сразу тремя разновозрастными коллективами. Тема войны и любви к своему отечеству здесь облечена в фольклорное, истинно народное песенное одеяние. Мне нравится исполнять песни, поскольку они, бывают веселые, бывают грустные, и у них, то есть можно рассказать людям про что-то, про прошлое. Значение фестиваля патриотической песни трудно переоценить. Год от года растет уровень исполнительского мастерства участников, увеличивается их число. В нынешнем году отборочные этапы прошли более 500 вокалистов и 150 коллективов из 20 городов и поселений Югры. Мы сегодня вспоминаем историю нашего Отечества, наших героев, своим творчеством и в нем отражая это величие нашего народа. Дай Бог, чтобы это передавалось эстафета с поколения в поколение, чтобы память всегда была жива о тех великих достижениях, о тех великих битвах, в которых одержана победа нашего Отечества.